Датские археологи нашли старейшее упоминание скандинавского бога Одина в Копенгагене. По мнению ученых, руническая надпись датируется началом 5 века нашей эры. Это одно из крупнейших золотых сокровищ в истории страны. Артефакт обнаружили на брахте-ате, то есть золотой монете. Такие предметы распространялись в эпоху великого переселения народов в странах Северной Европы. Ранее похожую находку нашли на юге Германии. Она была на броши, датируемой второй половины VI века.